Всем привет! У нас полный двор детей. Наконец-то территория используется. Костя сидит, приглядывает за Алиской. Ей тоже хочется с детьми гулять. Я монтирую видео. У меня болит спина. Потянула дико просто. Я не могу даже нагнуться. Спит рядом батон. И Прошенька тоже дремает. То закроет глазки, то откроет. Все, она гулялась. Иди ручки помоем твои. Иди ручки я мыть. Устала, Зайка. Иди ручки мыть. Да, гулять дело тяжелое. Даша очень общительная девочка. Она может целыми днями пропадать во дворе. Там их уже банда, целых 5 человек. Поехала автобус. Поехала автобус. Автобус поехал у тебя. Уже спадки. Да, ты уже спадки хочешь. Я думаю, на жирафике поехали. На жирафике кататься. На жирафике. Все, приехали на жирафике. У Алиски всегда вот этот жирафик, слоник на ковре нарисованный используется в играх. Пока. Пока на встрече. Пока до встречи. Прозрачно. Да, очень прозрачно. Я прям в шоке смотрю, тоже все видно. Сейчас, наверное, легко там крабов ловить, да? Наверное, видно. Много? Папа, парусник. Маха уже перебралась где поудобней. Это лужайка, да? Нет, не это лужа. Лужа? Ну, по колено в лужу залез, да? А что же он в лужу залез? Его мама не будет ругать, что он намочился? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, лапки грязные. Лапки грязные. Ай-яй-яй, запачкался. Теперь мать точно заругает, да? Не мать, а мама. Мама, я бы уже сестре. Ну что ты? Все, мама ему помогла? Мама. Костя чухает Прошику уже шейку. Уже даже Косте он дается. Балдеть, видите? Все, привыкаешь уже, да? Ой, он прям глазки закрывает. А он вообще балдеет, смотри. Ой, какой балдеж, смотри. Похоже, у тебя удается лучше чухать, чем всем остальным. Сейчас уснет. Молодец, молодец, Прошенька. Не боится уже наш орел. Хотел сказать, наша птичка. Да, наша птичка. Да, тут он тоже любит, когда чухают сверху. Ну, что, я тебя чухал, а ты меня в ответ будешь тут грызть? Да? Заклюешь? Мне кажется, он играется. Да. Ой, да что ты такой резкий? Проша, хороший. Проша. Когда хочет, чтобы его гладили, он вот так вот перья распушивает. Хороший. 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 Скоро буду у тебя на плече сидеть. Угу. Он его распушил хохолок. Хороший, хороший. Хороший. А лисичка, по-моему, спать улеглась. Угу. Платье снимать не хочет. Батон тебя не заревнует. Батон сейчас отдыхает. Угу. Алиска все время перекладывается. Когда спит, то туда головой, то туда. Костя себе на балкончике лежит, читает книжечку. Мимо него пролетал вертолет. Я успела заснять это на телефон и выложить свой инстаграм. Я вам ссылочку на мой инстаграм оставлю в описании. Костя за этот отдых уже столько книжек прочитал. Сейчас он читает, видите, список Шиндлера. Уже вечер, море таки практически безлюдно, разве что кто-то загорает, купаться холодно. У нас со двора уже все детки поуходили,
Я сейчас зашла к Наде в комнату. Она мне хотела показать. У нас фонарь повис буквально на двух проводках. Я не знаю, честно говоря, что делать. Я думала позвать Костю, чтобы его вообще открутило. А Надя говорит: Лена, пусть лучше не лезет, вдруг его там током стукнет. Лучше Алене скажем. Ну, сейчас сфотографируем, пошлем Алене. Видите, как отвалился, прям висит. О, я услышала Дашку. Там где-то с подружкой сидят, что-то обсуждают на улице. Я искала, где Лапуся, зашла к бабушке, она тут под одеялком лежит, представьте, под одеялком. Надя вспомнила, что у нее нет фотографий на фоне моря. Я ей говорю, давайте на профессиональный фотоаппарат пофотографирую. Что там на телефон? Тогда у меня ни одной фотографии нет, уже руки облазят, а я еще даже не фоткаю. Я вообще не фоткаю, стоп-кадры делаю. Мне как-то видео больше нравится, чем фото. Не знаю, я сейчас фотографирую. По фото столько, сколько по видео не увидишь. Слушай, не стой там рядом. Да, Надя боится, что он мне на голову упадет. Это может от ветра, оно его оторвало. Скорее всего, да. Как тебе тут вообще, не скучно? Нет, вообще ни разу. Целый день без меня, без Даши. Вообще ни разу. Да Дашу вообще не загонишь. Она пришла, покушала, ушла, и все. А я делала, долго грузила видео, оно что-то так, ну, долговато. Ты таки на этой тумбочке и монтажишь? Да, а как? Удобно. Вот так на этом, на пуфике? Да, села по-быстрому, раз-раз-раз. Да я вообще лежа на ноутимонтаже. Вот на кровати. И потом у тебя шею тянет. Ну да, такое положение. Мне нравится. Все. Костя пишет, короче, говорит, я уже с вами так соскучился. Говорю, я скоро приеду. Конечно, уже не привык, чтобы вы так уезжали, слышишь? Ты приедешь такая загорелая, и он будет в шоке. Не, это будут глаза светиться. Ну, еще не скоро ты приедешь, больше, чем через неделю. Ну да. Слушай, так время так быстро идет. Ну да, время летит. Согласна. Очень быстро летит. Очень. Ты знаешь, мне совсем уезжать не хочется. Потому что очень быстро летит время. Я вообще думаю, может, вы дождетесь Костю здесь уже. Ты мне уже об этом это предлагала, но дело в том, что, Лен, я боюсь даже это Косте сказать. Так а что там 2 недели остается до его приезда? Где-то он какого? 1-го должен приехать? Да, да, 1-го где-то числа. Единственное, что насчет животных. Как вот он сможет обучить там тетю Олю, этого парня? Ну он-то сможет, но просто я... Я тоже могу, в принципе, по вайберу их обучить. Ну, по видеосвязи. Ну да, не знаю даже, честно. Да нет, я съезжу домой. Да смысла вам туда-сюда гонять? Отдыхайте. Настя мне говорила, хочет съездить в Черкас. Но она за животных волнуется просто. И я с ней приеду. А потом я, если что, приеду. Может. А Лариса просила, чтобы она не уезжала. Приедет же Вика. А. Вике будет скучно так без Насти. Так мы на один, ну, она, вернее, на один день туда и обратно. Ну, это недолго. Мы планировала вроде аж на 3. Да? Ну, да. Несколько дней побыть там с Лимоном. Ну, да. Но она очень хотела Лимона. Да я уже сама, ты знаешь, я уже так по ним по всем поехали соскучилась. Вместе. Я бы уже вообще уехала. Не, мне вроде как и тут нравится, знаешь, и ну хочется на море быть. И вроде как ну, тут там уже тоже так. Не то, что надоело, а реально уже соскучилась именно за животными. А лимошка там угу. Мой. Вообще не могу. Костя фотку прислал. Да, там где он лежит, лапы вверх такой вообще. Довольно. Не, я по-любому поеду. Я к маме хочу съездить. Ну, то есть билеты не смотрела вообще ничего. Едет одна. Ну вот это 16, она говорит, Надя, типа не ищи, потому что буду типа ехать, хочу посмотреть на животных. Но она за Лимона очень переживает и волнуется все время. Фоточки там смотрит. Не знаю, я за всех волнуюсь, и за крыс Катиных что-то волнуюсь, и за кошек, тех двух, что дома. Да, нет. Кошки, те все остальные, ладно, там Лимон на улице, кролик на улице, знаешь. А кошки, ну вот это. Постоянное внимание. Тем, боже, как я по ним соскучилась. Кажется, что 100 лет не видела. Я всех привезу. Ну да, конечно. Как мы будем возить? Не знаю. Будем ездить туда-сюда. Ну да. Как люди пишут, КамАЗ будем нанимать. А как люди путешествуют? Вот, ну, там, по несколько дней едут в дороге, допустим, куда-то. Ну да. Могут там неделю куда-то ехать, там останавливаться. Я вообще не знаю, как люди путешествуют на самолетах с животными. Знаешь, что их куда-то там пихают? Кстати, да. Какой-то отсек. Так хочешь ты на руках с... Да, так хотя бы держала ты с ними. Держала ее, эта кошка тебя дышала. Да. Понимаешь, а как они, я не представляю. Сегодня вертолеты у нас летали, да? Да, у меня в Инстаграме есть. Так получается, здесь воинская
воинская часть. Да. Но это был не воинский вертолет. Воинские с камуфляжем таким летали. Было два. Один был какой-то зеленоватый, а второй, вот это, чтобы тебя вынести, он был светлый. И мама. Первый, который летел над водой, он был белый. Разве? Да. И он летел 3 метра над водой, вообще была в шоке. Очень низко. Если бы там купались люди, им бы было хреново. Ну. И мама вышла твоя и говорит, типа, Надя говорит, я что-то начала волноваться, потому что, может, какая-то там тревога, что там. Да, что они разлетались. Что они разлетались и очень низко. Очень говорит. Низко. Ладно, да. Там был высоко, а тут прям перед носом, да, слушай, непонятно. Ниже, что тут второй этаж, но мама. Непонятно, же, и не выходной, чтобы сказать, что люди там развлекаются, да. Знаешь. То есть не похоже на то, что там развлечения какие-то. Не знаю. Может, действительно что-то произошло? Ну, кто не знает. Кого-то ищут, может, или там. А, что так низко летает? Все, ну, может, да. Быть, да, может быть, такое. Что типа утонул кто-то, ты хочешь сказать? Не знаю. Ну, может, предположение разное. Тогда бы вообще над морем летали, они прямо у балкона пролетают. Ну, под берегом плывут. А ты думаешь, что если это, то и вот прям на середину затянет? Ну, кто может, знает. Может, к берегу куда-то выбьет или там. А Проша уже лупает морковочку. Где наша обжорка? Я сегодня вычитала, Кость, что в день им можно давать 40-50 грамм овощей и фруктов. Ну, в целом 40-50 грамм. Не знаю, надо где-то еще почитать. Мало ли, надо хотя бы несколько источников. Но нам кажется, что он готов лопать круглосуточно. Он все что любит. У них аппетит хороший. Даже да, аппетит поверить. Хороший. Просто я прочитала, что может легко ожирение наступить, если им перекармливать. И будет тяжело летать, двигаться ему, понимаешь? Так что надо не доводить до ожирения. Да, Прошенька. Еще вычитала Костя, что надо обязательно его кормить ветками деревьев. Малину особенно вот хорошо. Ну, фруктовые кусты. Обязательно. Что в природе они почки едят. Вот. В общем, читаем. Читаем про содержание. Все учитываем. Что находим. Хорошо было бы еще с кем-то проконсультироваться, кто их разводит. Вот, ну, похожих попугаев. Чтобы уже точно все знать. Кто там наконец проснулся? А? Что за маленькая девочка проснулась? Сплюшенька. Иди смотри, сейчас папа будет пшикать Прошу. Давай Прошу попшикаем. Ой, ты же ему не в лицо. Подожди, у тебя что, струйка, нет? Нет, распределителя. А. Что-то ему не очень нравится. А нет, по-моему, не знаю. Он уходит от тебя. Прошу. Может, ему лучше все-таки ванночку ставить с водичкой? На ванночку большую клетку будем ставить. Не, ну, а какую ванночку ты сейчас сюда поставишь? Ну, какую-то миску такую с водой. И он у миски покупается. Не понравилось ему твое обрызгивание. Ну, может, для него это непривычно еще просто. Так они должны были в магазине брызгать. Они же говорили, обрызгивайте. Может, не на него, а просто воздух рядом, я не знаю. Он уже не кричит. Все, хорош издеваться над моим Прошенькой. Сейчас буду читать, как его купать правильно. Ну что, я читал. Либо ванночку ставить, либо опрыскивать с пультивизом. Да. Но ему не нравится. Лучше ванночку. Видишь, папа Прошу попшикал. Да? Прошу теперь качается. Все нормально, он же не кричал. Ты не в обиде на меня. Прошу. Ну поговори. Скажи, в обиде. А что ты будешь делать, если он скажет в обиде? Ну надо еще с этой стороны пшикать. Тут мокрый, там нет. Чуть-чуть надо пшикать. Ой, бедный Прошу. Алис, что папа делает? Ну, в лицо так она. Папа пшикает. Пшикает, да. Ты ему в глазки только не пшикай. Нормально. Ну, бля, они в Амазонке живут, там дожди такие идут. Они под дождями там живут. Ну, дожди же им в глаза не пшикают, они сверху льются. Все нормально, да, Прошу? Ты доволен? Папа сёк.
сок надо нам, да? Сейчас будем полдникать. Ну, царапина у нее красная. Это ее батон утром сегодня. Она шла себе спокойно. Он валялся и ее за ногу цепанул. Представь. Батон поцарапал так, да. Это обычная царапина, Кость. Мы ее же смазали сразу перекись. Легла к маме на коленку, да? Моя девочка. Все, Алисонька полдникает за своим столиком маленьким. Обедаем мы внизу, а полдникаем мы у себя тут за столиком. И, конечно, за маленьким столиком удобнее, но все время носить еду снизу наверх тоже не очень. А дома мы живем в Черкасах все время на первом этаже. А тут с первого на третий, с первого на третий. Мне кажется, ты с ним уже больше времени, чем с Алисой проводишь. Нравится? Ну, прикольно. Я в детстве тоже попугая мечтал. Ну, о таком даже и мечтать не приходилось. Ну, конечно. Когда рос таких, достать было, это невозможно. Только волнистые попугайчики. Ну, я о волнистом даже не думала из-за кошек наших, потому что больше, это... Мне больше какаду хотелось. Какаду. Ага. Они красивее. Да, мы перед тем, как его купили, прошу, Костя мне показывал и какаду, и жако. А я ему говорю: Кость, ну мне вот именно он понравился. Я не породу выбирала, мне вот именно вот сам он, как особь, понравился. Не знаю, у него взгляд человеческий. Да нет, у него птичий взгляд. Ну не знаю, мне так человеческий. Язык черный-черный. Ты слышал? Он сказал, что какой-то какаду красивее тебя. Давай обидимся. Кусай. Он уже обиделся, видишь. Отвернулся.